Так, меня зовут Елена Анатольевна, я врач-ортопед. Посетила курсы по базовой имплантологии в клинике Axioma Dent. Хочу оставить свой отзыв. Во-первых, поблагодарить организатора этих курсов Алексея Шарова, главного врача клиники Андрея Николаевича и главного врача Дмитрия Романовича, замечательные, очень знающие, умеющие, очень общительные, очень контактные. Как вообще ваши впечатления о семинаре? Как вам организация семинара? Ну, с точки зрения организации, с точки зрения вот, материального как бы оснащения учебного процесса, я считаю, что это просто на редкость продумано все было. И, собственно, каждый этап обучения был оснащен и материалами, и инструментами в необходимом количестве. И я считаю, что вот мне даже нечего пожелать в этом плане организаторам. У меня есть, правда, некоторые замечания по поводу вот, изложения самого базового курса. Мне бы хотелось, чтобы этот материал был изложен более структурированно, чтобы остановились там на противопоказаниях каких-то. Хотелось бы, чтобы материал не мигрировал из хирургической, так сказать, из хирургических аспектов, терапевтические, в ортодонтические, в ортопедические, для вот, человека, который впервые знакомится с этой проблемой, довольно трудно воспринимать материал. Хотя, еще раз подчеркиваю, считаю, что врачи, которые вели наши курсы, абсолютно владеют материалом, очень интересно их слушать, но для человека, который занимается этой проблемой впервые, не остается такого целостного восприятия материала. Но я им все равно благодарна. И всем спасибо вам большое. До встречи.